Масовка, пошла. Масовка, пошли, масовка. Масовка, плейбэк, мотор. Давай. Я телефон в подарок купил. Это нежно. Модный телефон и функции. Да. 5 баллов. Готичный телефон. И то, что он розовый, лично мне. Дайте 2! А то! Супер! Е500 с женским календарем? Это вам не какая-нибудь, простите? MP3 плеер. Чума. Да? Да. Да, конечно, в Евросети. Сомневаться здесь. Жесть. Вот так. Стильный Samsung Е500 со специальными функциями для женщин в розовом цвете. Только в Евросеть. Евросеть. Ничего себе. Все людям. Я думаю, снимаю. Чуть-чуть левее стань. Чума. Кадр 1А2. Телефон. Значит, телефон хоть и женский, но жесткий. Жесткий — это хорошо. Удивись, если ты была злая. Мы добрыми не бываем. Розовый телефон. Как ты все-таки к нему относишься? Нарядно. Жир. Жесть. Спросите мне еще что-то. А говорят, что розовый только у дур, блядь, набитых. Готичный телефон. И то, что он розовый, лично мне до пизды. Лично для меня. Женщина, прости нас. Мы не злые. Мы не хотим тебя этим обидеть. А мне до пизды. Покажи. Телефон у меня по приколу. Мобиль. А в чем главное прикол? Здесь есть от и до. Делаешь вот так. Да пиксели не меряют. Блютуз. Маточки классные. Какие они. Маленькие. О, это хорошая вещь. Мягкая. Вилли, что ты можешь о нем сказать? Охуительный телефон. Кадр 2, дубль 5. Да. Модный телефон, да. И функции, да, хуя. Да. И функции, да, хуя. Вообще. Тупо мультимедийка. Качаем, закачиваем тюнер, я реально. Знаешь, что такое тюнер? Такая вот такая. Я тебе раз. Клюшечки. Ну, всякие там картиночки. Вот такая вот хорошая мелодия. Телефон подарок купил. Это нежно, пиздец. Понравится девушке? Она такого подарка просто ебанется. А, реально. Девушку уберите из кадра. Вот женщину уберите из кадра. Чума. Она от такого подарка просто ебанется. И охуеть. Точно. Да честно. Я телефон в подарок купил. Это нежно, пиздец. Стоп. Цены просто охуеть. Какие там цены? Такие цены. Просто супер. Кошмар. Ниже плинтуса. Дешевле ничего не было. Душар. Давай купим здесь. По дешевке. Можно брать. Так куда ж ходить, малая? А чё, конечно, в Евросеть ходить. Евросеть. Не, вот ты мне скажи, куда пойти? Ну, конечно, в Евросеть. Вот реально мощь. Дайте 2. Да. Вообще. Да. Подруга права. Конечно, нехуй сомневаться. Только Евросеть. Посмотрим. Евросеть. Всем зайти в Евросеть. Я займу. А, Евросеть. Что ты колебаешь? Зайди, потому что... Смотри, только чтобы было Евросеть. Качество. Во, вы не видели? Они порвут всех. Купил практически за хуйню. Я не верю. Заебись. Доволен. Позор. Кадр 4, дубль 1. Давай, ладно. Камера, MP3 плеер, пупсик копил и... Ты купил теле... Женский календарь! Женский телефон с... Я купил Е500 женским календарем. Е500 женским календарем? Это вам не какая-нибудь, простите, хуйня? Блядь! Пупсик у меня ревнивый, конечно. Ну не жадный, блядь! А легче, легче! Ну как люди! Евросеть. Нихуя суби. Все людям. Я зашла в цей магазин, я просто, ну, сподобалась. Та тут такі низькі ціни, що я... Вибір в магазин можна... Я із екосервісу. Шара, шара. Важко стримувати емоції, коли купуєш телефони LG Chocolate за непристойно малою ціною. Євросеть. Собі. Все людям. Дівчатки, йдіть к нам. Ну що ви там купили, дурню какую-то, а? Здрасте, на мене смотрим. Розвіслись.
Давай! Чесно, краще, коли ми зайшли в цей магазин, то нам сподобалось просто піздець. Коли його побачила, я хуєла. Кого я на телефон? Реально хуєла. Только что была в магазине. Пять мышка. Это нереально. Такое. А народ шизей. Там такие мобилы. Какого я вот этого ходила? Такий классный магазин. Ой, что вы там дивитесь, людиночка? Я бачу тут такі ціни. Ага, ага, ага. В Росії такі низькі ціни, що я хуєю. Стоп. А ціни які? Кадр 4W8. Да. Сейчас скажи, знаешь, вообще такая. Не скажи. Давай. Вывер в магазине, блядь. Вывер в магазине. Можно ебануться. Просто, блядь, слин не выстачает. Вот так. Вот так, блядь. Мобилки выбор. Там такой выбор. Какие хочешь? Супермобиль. Офигеть. А, там такой выбор. Новая модель. Где ты ищешь? Где ты ищешь? Бачили? Я зайшла. Побачила. Мені все сподобалось. Це просто піздець. А ти? Я від цього сервісу просто супер. Я ахуєла. Ахуєла. Не понял, какой, еще раз скажи. Да. 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 Ага. Сервис, мама дорогая. Продавцы супер. Эти мальчики в желтых футболочках. Все тебе приносят. Вот. Я и тупо стоят и все улыбятся. И потом эти девочки. Вот это же лапочка. Они все рады тебя видеть. В жопу снуть. Все вот такие бегают и ходят. Ползает прямо перед тобой. С одной стороны подходит, с другой. Да-да-да, так и крутится. Купите, то купите. Красота. Меня так именно расчесали, что молодого, блядь. Дядько, не допонял, так что ж там было? Телефоны пиздати. Шара, блядь, шара. Я сказал? Потухло. Шара, сынок. Когда я увидел, сколько стоит D800, я просто... Мама? D800. У половины студентов такой телефон. Ну чем я хуже? Верю. Сегодня вечером с мужем будем снимать видео. И это полный... Диктофон в телефоне придумано... Супер. Реально. Куплю себе D800 и пошли все... 100 пудов. Тонкий функциональный слайдер Samsung D800 в Евросеть всего за 8790 рублей. Евросеть. Ничего себе. Все людям. Ты подбираешь слова, не можешь высказаться. Кадр 1-2-4. Копейки стоит. D800 за ри... Мама? Мама. Пошли, пошли. Когда я увидел, сколько стоит D800, я просто охуел. Я как охуел. Это такие копейки. Цена все равно, что спиздил. Стоп, а то. Охуел. Не могу я. Ага. Просто я не проговариваю таких слов. Евросеть. Нихуя себе. Все людям. Ну, ходите, ходите. Привет. Привет. Мотор! У половины студентов такой телефон. Ну чем я хуже, блядь? Вот такие у нас студенты. Ясно? Да! Думаю, что было. Красиво. Папушка, все, пошли! Сегодня с мужем будем... 0-2. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь сделать с этим телефончиком? Вечером с мужем будем снимать видео. Сила. И это полный. О, сегодня вечером с мужем будем снимать видео. И это полный пиздец. Да. Стоп. Хорошо. Это полный пиздец. Будем снимать с мужиком видео. Полный видео. О. Я могу снимать себя в любом положении. И шо? Вот так вот, вот. Чуть выше поднимать, да? Да. Так что же это вы купили, расскажите. И телефон. Это ну как его? Диктофон есть. И диктофон. Это ж просто заебись. Это же сука. Сила. В камеру. Диктофон в телефоне придумано охуенно. Что Ковина? Мое. Ой, началось. Говори правду. Я сейчас начну говорить. Не признаюсь.
Ядро на уши. Не хотела на вас надо. Ну, активно, это можно пассивно. Звук есть? Мотор! Молодочек, а что вы здесь делаете? Вот какие у вас планы на ближайшую жизнь? Куплю D800. Сейчас. Да? Без помпа. Это мое. Теперь так расшевелись. И что ты будешь делать в ближайшее время? Куплю себе D800 и пошли все нахуй.